Ушла за покупками. Заберу детей из школы. Вернемся к обеду, займусь подготовкой ко дню рождения Джейсона. Не работай слишком много. Люблю тебя. Сначала приму душ и оденусь, а потом спущусь.
Сначала надо одеться, а потом уж спускаться.
Работа идет хорошо. К понедельнику закончу. Эй, осторожней, ты меня с ног собьешь. Сегодня важный день, а? Я теперь взрослый. 10 лет еще не совсем взрослый, но уже почти. Ну, я могу сесть за руль. Боюсь, с этим придется чуток подождать. Итан, не возьмешь сумки? Я иду. Они с самого утра как бешеные. Я с ними еле справилась в супермаркете. А как ты? Удалось поработать? Еще как удалось. Осталось обдумать пару деталей, и можно демонстрировать чертежи клиенту. У меня 1000 срочных дел. Как успеть до прихода друзей Джейсона? Можешь помочь мне? Достань десертные тарелки из шкафа в гостиной. Конечно, с радостью. Эй, Итан, я же попросила достать тарелки. Я забыл, они в шкафу в гостиной, да? Да, сами они с места не тронулись. Дерни как следует. Сервиз подарила мама. Не разбей, ладно? Спокойно, меньше всего. Я хотел бы поссориться с твоей мамой.
Итан. Не помню, говорил ли я это сегодня, миссис Марс. Но вы очень хороши собой. Да и вы ничего, мистер Марс. Неплохая идея, Итан. Только момент неподходящий. Жаль. Я должна заняться праздником. Вернемся к этому разговору вечером. Чем тебе помочь? Ничем. Осталось немножко. Во сколько придут ребята? Около 2 часов. Боже, надеюсь, я сумею помешать им разнести весь дом. Как в том году. Ты купила подарок Джейсон? Да, я с утра заскочила в магазин. Нам повезло, я взяла последнюю. Джейсон доволен. Да. Неужели ему исполнилось 10? Ах, кажется, совсем недавно мы флиртовали в школе. О, мы стареем, Итан.